Здравствуйте, что там? Можно выйти покурить? Так, подождите секундочку. Уже же все прописал. Нет, еще два протокола. А какие еще два протокола? Протокол задержания автомобиля. И вот этот вот протокол. Машину какие? Все объясню, Константин Сергеевич. Нет, когда можно забрать? Сейчас, что секунду, подождите. Ну так все строго и быстро. Протрезвейте, проходите дежурную часть. Что хотите сказать? Берете разрешение. Так положено. Ну, пускай она останется. Так положено. Мысль положена. Пускай она останется, машина. Она на месте стоит. Нам нельзя платить. Смысл? Она стоит там в положенном месте. Смысл, ты ее забираешь. Давайте вы не будете тыкать мне, я с вами ногой разговариваю, да? Откройте дверь. Откройте дверь, я сейчас машину. Тихо! Машину! Костя, а ты успокойся проще. Что ты делаешь? Отпусти. Стой!